давно. Так давно, что и в летописях об этом ничего не сохранилось. Словом, это произошло во времена царя Гороха. А вот, кстати, и он сам. Яблочко бери на мушку. Пыли! Опля, вуаля! А рядом... В некотором царстве, грибном государстве, жили-были сплошь одни грибы. Очевидно, поэтому это царство и называлось грибным. Во главе этого царства стоял престарелый царь Боровик XVI. И была у него дочь, прекрасная царевна Белянка. Не быть мне Белянке счастливой. Я ошиблась, принцесса родясь. Будет мужем мне герцог червивый и трухлявый какой-нибудь вздумала. Грусть, милый, мужик хлопотный. Есть в моем царстве грибы и подостойней. Дождевик! Слушай и запоминай. Внимание! Внимание! Его величество царь всех грибов выдает свою дочь, прекрасную Белянку, замуж за самого достойного из грибов, а в приданное дает половину всего грибного царства. Спешите, спешите, самые достойные, в царский дворец. Половину всего царства. Внимание, внимание, его величество царь! Всех грибов выдает свою дочь, прекрасную Белянку, замуж за самого достойного из грибов, а в приданное дает половину всего грибного царства. Половину всего царства. Внимание, внимание, его величество царь! Дайте, пожалуйста, дождевой воды, а то внуки плохо растут. Натуральная дождевая, только для вас. Приданное дает половину всего грибного царства. Спеши, спеши, самые достойные, царский дворец. Ребят, вы слышите? Половину царства. Люблю я в цель послать снаряд, но уши от пальбы болят. Пол царства мы приобретем, дипломатическим путем. Я здоровый, крепкий грусть, так? А ведь точит парня грусть. То-то не добыть, не дать грустью. Ту, о ком я так грустю. Нет, не складно, надо говорить грущу. Только ту, о ком грущу, ни почем не упущу, так-то лучше. Пусть не принц я и не граф, так? То
Тот, кто крепче любит, прав. Бата! Пусть узнает правду всю. Весь мой чин траву косю. Нет, не так, надо кашу. Хоть корону не ношу, лучше всех траву качу. Так-то лучше. Ты все поешь, а твою любимую замуж выдают. Ой! Пустите! Ваше Величество, я самый прекрасный мухомор из всех мухоморов. Все, даже мухи, падают от моей красоты. Я самый достойный жених для вашей дочери. Пустите! Ваше Величество, разрешите меня попросить вашего разрешения, попросить у вашей дочери разрешения, попросить ее руки для меня, как для самого умного и самого просвещенного деятеля веренного вам царства. В веренном вам лесу не изволите ли вы? Ах, уморил! Жениться, что ли, хочешь? Если вы изволите так трактовать мои слова, то вы, как всегда, конечно же, излагаете истину, которая... Стой! Все понял! Пустите! Так что, твое величество, лавка, она присмотру требует. За ней женский глаз нужен. Обратно щи мне сварить, когда я из лавки приду. Деньги стеречь, пока в лавке сижу. Отдай мне твою девку. Потому как я самый богатый из всех грибов. Тебе чего? Да вот хочу к прекрасной белянке посвататься. Потому что люблю ее больше всех на свете. Сдурел! Куда тебе на царской дочке жениться? Шел вон! Ты, значит, самый красивый? Естественно. А ты, значит, самый умный? Если рассуждать, исходя из мыслительных способностей каждого индивидуума, то... Понял! А ты, значит, самый богатый? Знамо дело, на том стоим. Ну, а тебе кто больше нравится? Грусть. Ты что? Сказок начиталась. Только в сказках царская дочь выходит замуж за мужика. В реальной грибной жизни так не бывает. Владыка гороховых стручков, могущественный царь горох, требует руки твоей дочери, прекрасной белянки. В противном случае он пойдет войной и разорит все твое грибное царство. Что значит требует? Что значит войной? Что значит разорит? А так, разорит, засушит, засолит и замаринует. По-моему, это наглость.
По-моему, нам нечего бояться. У нас много верных слуг, которые смогут обуздать наглеца и сварить из него гороховый суп. Он от твоей красоты ослепнет и умрет. Я его интеллектом победю. Побежу. Побежду. Забью мозгами, короче говоря. Ну, а мы, значит, их с потрохами купим. Видал? Орлы! Кто победит гороха, тот и станет мужем прекрасной белянки. Ну, как знаешь, мое дело предупредить. Подъедись! Не проклеи, солдат! Чем герои наши, не раздача наград. Нет, нет, не порадовал. Молодцы мне страшны. Не пробрые солдат, чем герои наши. По сигналу трубы мы идем по грибы. Триумфальный марш. Войдите. Извините, позвольте, я вам помогу. А кто вы такой? Я как раз из Института красоты. Ой, как вы вовремя. Дело в том, что я должен поразить своей красотой некоего царя гороха. Я прошу вас, приступайте. О, и чуть-чуть вот... Вуаля. Так, выносите тело и вперед! Многоуважаемый царь Горох, исходя из данной ситуации, я должен подумать, как придумать, как мне расправиться с вами. Как вы сами должны понять, наиболее сильным оружием является мой непревзойденный, непробиваемый интеллект. Если вас не затруднит, оказать мне честь сообщить ваше родовое имя и возможную цель вашего прибытия, дабы избежать недоразумений, которые могут иметь быть себе в наличии. Соблаговолю, любезный мой, разъяснить ваше недоразумение во избежание возобновления, так сказать, нежелательных ситуаций, которые могут, в общем-то, произойти при, так сказать, возникновении противоположных, я бы сказал, противодействующих с вашей стороны явлений, которые могут вытекать грубее даже, истекать, натекать, набежать, я бы сказал, точнее, дважды два, четыре, ать, ять, а седьмая вода, в общем-то, милый мой, наоборот, как известно, на киселе, вот. Вы победили. Вуаля! Заряжай! К вашему дворцу. Любезный дождевичок, не видал ли где груздя? Царь! А, царь? Ну, выгляни, царь, не стесняйся. Ты проиграл, царь.
как говорят в народе, финита ля комедия. Ой, ребята, наводи орудие. Как нам не грустно, придется дворец разрушить. А ведь какое было царство, а? Ну ладно, прямой наводкой. Стой! Стой! Я не опоздал? Чем могу быть полезен? Ты со мной забыл сразиться? Ой, извини, ребята, разворачивай пушку. По грузидю, прямой наводкой, пали! Прощай, мой верный стручок. Ну, горох, теперь твоя очередь. Да, кажется, стручок, мы с тобой сейчас где-то там встретимся. Стручок, отложим встречу. Вперед на грузя! Обошлось. А ведь совершенно свободно я мог угодить в гороховый суп.